Надо смотреть. А мне кажется, лучше вот с того срезать, типа этот кусочек отклеить. И играть в них, в игры играть. Играют лидеры турнирной таблицы Сбербанк Страхование и HSBC. У Сбербанка сегодня ничья с НРДА 2-2 и победа над Митлайфом со счетом 1-0. У HSBC 3-0 победа над Митлайфом. До начала тура у HSBC было 7 очков. После трех матчей у Сбербанка 6 после двух. К настоящему моменту у HSBC 10 очков после 4 встреч. И столько же, соответственно, у Сбербанка. То есть по 10 баллов у двух команд. Теперь предстоит им определиться, кто сильнее. Ничья в целом может, наверное, устроить эти два коллектива. Но при таких раскладах на первое место может забраться и уйти в отрыв Русал. Ну и Комус. Они в первом туре не играли. Вот стартуют в сезоне только сейчас. И уже знаю, как сыграли соперники, можно от этих результатов отталкиваться. Ну и Комус вообще хорошая, сильная команда. Прошлый сезон ударно провела. Карнаушевский. Начало матча, первые 3 минуты пока без моментов. Очень осторожно команды друг к другу присматриваются. Все понимают, что ставки высоки. Рисковать никто не будет. Две оказалось. Скажешь, сейчас перерыв. Мы опять, то есть, где-то в конце пойдем наверх с фотографом, то есть ты будешь здесь называться, а мы где мы? Кучиев вводит мяч на Габарца, очень точно он мяч бросил. Кто? Вот, тут сидел, печатал. А, это этот репортер. Обзор. Карнаушевский не торопится. Кто под него? Эту песню прям хочется. Потому что игра началась.
момент у HSBC лучше, наверное, за матч. Че там, что он бил, да? Ремнев заряжает свою пушку. Постепенно заводятся команды, набирают обороты. Кажется, что удалось им нащупать друг у друга слабые стороны. Ну, во всяком случае, это удалось HSBC. Сбербанк вынужден дожидаться сейчас шанса на контратаку. С собственными командными действиями у них не ладится. И атака Сбербанка. Ну, сами особо не создавали, а соперники помогли мяч закатить. Я так и не понял. Не, на последнем мы записываем, однако, ну, капитан был. По-моему, болельщики даже не сразу поняли, что Сбербанк забил. Как-то стали праздновать только когда арбитр установил мяч на центр поля. И теперь отыгрываться придется HSBC. Такое бывает, вроде по количеству моментов и ударов вели, мяч лучше контролировали. Здесь одна атака соперника. И удара-то фактически не было. Лайкер. Они сейчас еще отскочат. Главой Сбербанка. И перекладина. Любой стандарт очень интересно разыгрывают страховщики. Сорок секунд и будет перерыв. Двадцать секунд.
втроем, чем мы это. Еще 10 минут будут играть HSBC и Сбербанк страхования. Счет 1-0 в пользу Сбербанка. Чудо помогло им закатить мяч в сетку ворот соперника. Ну, можно сказать, что автогол. 5, отходим, 5 метров. Был, но мяч будет записан на Шкеля. Нет, пытался он второй мяч на свой счет записать. Ушевский вынужден сам идти и бить. И удар Ремнева. Ну, у него сегодня нога счастливая. 1-1. Так точно, шеф. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены и зрители, ровно через 7,5 минут мы будем проводить розыгрыш лотереи, разыгрываются ценные призы, лотерейные браслеты вы можете найти на трибунах чайной зоны. Видите, на каждом браслете находится уникальный код. А вот Ремнев заслужил. Хорошо. Страшно, страшно. Смотри, два гола. Нет, пока. Штеля как универсама. Как универсама, да. Готов подключиться Ремнев, но здесь пробить у него не было и шанса. Удар вратарь, здорово играет, в падении мяч отбил. Горнушевский хорошо ушел от соперника. Хороший удар. Я помню, как он... Уставшие. Но они, к счастью, кстати, другой. Они там фиолетовой формы, а другие люди. Там один с косичкой. Валит Сбербанк, нет, ну здесь это не игра плечо в плечо. Давай, давай, вставай. Была еще и рука задействована, движение рукой было в сторону соперника.
Так что справедливая игра остановлена. Во втором тайме HSBC удалось заметно прибавить. Очередной ассист Ремнева. 2-1. Впереди теперь HSBC. Тайм-аут берет Сбербанк. Время, время, время. Я добавлю. Наоборот, матч продолжается. Сбербанк обдумал все свои ошибки и теперь должен пойти отыгрываться. Упорная нога в поле была. Контратака Сбербанка. Неожиданный удар. Очередной плотный выстрел. Все больше работы становится у голкипера Сбера. Смотри. Он на вершину сразу и все. Серег, срок дома. Значок у тебя ушел. Габарец был близок к еще одному голу. Вынос Кучиева. Да нет, не вынос, это точный пас получился. Никто еще с Габарца не прессинговал, и он очень комфортно на широком шаге ушел. Ром, не надо спешить. Толя! Габарец полутора метров в ворота не попал, в штангу угодил. И контратака Сбера, неточные, 2-2. Ну вот оно, известное футбольное правило. Что бывает, когда ты не забиваешь? Остальное это разговоры.
забились беровцы и сразу устремились к третьему мячу. Как бы не подвела их сейчас такая ставка на атаку. Потому что видно, защитники теряют свои позиции. В общем, не заигрываться с Беру. И сейчас Карнавашевский мог наказывать. HSBC во втором тайме какое-то феноменальное количество ударов в створ. Уже больше 10. Да, я знаю. Отходим, 5 метров. 20 секунд нужно доиграть. Только что остановил. Я сам смотрю. Удар Карнаушевского, и Габарец должен был дальнюю штангу замыкать. Все правильно. Возможно, последняя атака сейчас будет в исполнении HSBC. Нужно было начать движение от мяча. Желтая карточка нарушителю показана. Еще один удар Ремнева. Фото... Можете наверх подняться? Желтую я отмечу. Все хорошо. Свисток при счете 2-2.